Доброе утро, телезрительницы! И сегодня мы снова продолжаем говорить о красоте и молодости нашего лица. И сегодня речь пойдет о трапециевидной мышце, которая находится у нас вот здесь, вот в верхней части спины. И я бы хотела сказать о том, почему она важна для красоты не только спины, а вообще спины и шеи, но и нашего лица. Дело в том, что когда трапециевидная мышца забивается и становится очень тугой и плотной, она задирается вверх, как бы дыбится, и с возрастом вот это все задирание спины вверх приводит к тому, что сзади на шее формируется такой неприятный вдовий горбик. Это первое. Второй момент, когда трапеция задирается, у нас выгибается вот таким вот образом шея, и высота шеи уменьшается, то есть мы теряем нашу позицию ровной, лебединой, красиво вытянутой шеи. В тот момент, когда шея прогнулась, с этой стороны, не надо долго ждать, тут же выпадет второй подбородок. Поэтому для того, чтобы вот этого всего не было, этих неприятных моментов со вторым подбородком, с вдовьим горбиком, будем учиться расслаблять трапециевидную мышцу, которая на самом деле является очень сильной мышцей, и дотянуться самостоятельно до нее очень сложно. Поэтому сегодня я пригласила модель, которая будет показывать, каким образом можно сделать себе такой простой самомассаж. Сделать массаж трапеции себе стоя или сидя в вертикальном положении практически невозможно, потому что если вы поднимаете руку, то трапеция тут же напрягается и не дает себя промять достаточно хорошо. А в позиции лежа, как лежит наша модель, это сделать достаточно просто. Для этого нам нужно взять мышцу достаточно широким хватом, не вот таким маленьким щепочком кожи, а нащупать ее, вот она, большой ее объем. И напоминаю, используя ноготочки, вот я там всеми четырьмя пальчиками вкалываюсь в мышцу, вот весь ее объем, мы проминаем таким образом ее. Я попрошу модель правой рукой взять свою левую трапециевидную мышцу и попробовать промять. То есть вот таким образом вы дома можете сделать в конце дня легкую компенсацию. В голове можно держать образ каната, который вы хотите как бы разволокнить, разделить на ниточки, из которого он состоит. Мышца должна быть мягкой, пластичной. Если вы берете за мышцу и она каменная, значит работы много. Но поверьте мне, она того стоит, потому что расслабленная, длинная, красивая трапеция, она дает лебединую шею, красивый выворот ключиц, правильную позицию груди, подбородка. В общем, труды того стоят. Поэтому это упражнение можно делать практически каждый день перед сном, уделяя пару минут своей трапециевидной мышце. Всем красоты и хорошего дня! Всего доброго!